кто-то очень недоволен, что тут сидит большая белая цапля и ругается на нее. Это Чомга, большая поганка. А на спине у нее полосатенький малыш. А ведь уже август, это поздний птенец у пары Чомг. И почему-то он только один. Чомга беспокоится. Ох, нырнула. Прямо с птенцом, а не сбросила его. Пора тебе поплавать. Нет, нет, хочу на спинку, там тепло, уютно. Пусти. А Чомга крылышки прижала, не пускает. Но малыш упорный. Там вторая Чомга ругается, наверное, тоже на цаплю. Может, цапля виновата, что только один птенец у них. Но тут и без нее разбойников полно. Ох, опять его скинули. Жалобно пищит. Оставили одного. Ай-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой. Как же так? Где мама? Где папа? Ох, увидел кого-то. Нет, это не пускает его на спину. Да как же так, пусти. Еще и клюнул его. Видимо, малыша пора кормить. А вторая Чомга что-то не старается. Поэтому малыша сбросили. Пытается что-то Чомга поймать. А он все. У него одна цель. На спину залезть. А вот и вторая Чомга. Да, без рыбки, без всего. Безобразие. Ребенок-то не кормленный, голодный. Еще что-то и кричит. Но зато эта Чомга пустила его на спину, крылышки растопорчила. Залезай, дорогой. А та ругается, говорит, ничего не рыбку никто не ловит. Как старается. Ныряет. Малыш успокоился. В привычном месте. О, а вот и рыбка пришла. Наконец-то, какая забота. Накормили малыша. Как хорошо. Вот какие тут брызги. Это Чомга ловит рыбу. Это лосуху отгоняет, рычит. Так, вот как хорошо. На спине. В крылышках. Не то, что в мокрой воде. Надо сказать, рыбы у бережка полно. Вот какие стаи. Но Чомга почему-то ловит в более глубоком месте и видней. А вот такая вокруг красота.